Евросоюз опубликовал расширенный черный список лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции. В него добавлены 19 человек, из них пятеро – россияне. Два заместителя министра обороны, замначальника генштаба, депутат от Компартии Валерий Рашкин и певец Иосиф Кобзон. В кратком комментарии ему припомнили и выступление в поддержку ополченцев, и голосование за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Из представителей Донецка и Луганска в санкционный список попал, в частности, заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Уже известна его реакция. Он заявил, что ему совершенно безразлично включение его фамилии в санкционный список. На таком фоне глава правительства Украины Арсений Яценюк в интервью местным СМИ заявил, что намерен добиваться репараций со стороны России на восстановление Донецкой и Луганской областей. Яценюк, чьи министры отдают приказы обстреливать города Донбасса, считает Россию виновной в этих разрушениях.